Друзья, вы в курсе, что Алексей Арестович торговый представитель и агент Турции и Азербайджана? Не в курсе, я вам сейчас расскажу. Витаю вас из Киева, я Самвел, украинский армянин, и представляю информационный центр КАП. Подписывайтесь на наш YouTube и на все 5 площадок, на которых мы размещаемся. Друзья, я вчера опубликовал видео, и так удачно получилось, несмотря на то, что я его снял несколько дней назад, так удачно получилось, что когда я его опубликовал, через пару часов мне написали, что, оказывается, на Алексея Арестовича в СБУ подали жалобу, и там открыли дело и так далее, по поводу того, что он сказал в интервью Юлии Латыниной. Ну, это еще там такая же мадама, да, интересная. Так вот, я там в этом видео... Это мое предупреждение к Алексею Арестовичу. Если вам интересно, посмотрите. Это связано с моим народом, с моим армянским народом, потому что Алексей Арестович периодически выдает какие-то перлы, неправду и так далее. И уже несколько месяцев назад я его один раз уже предупреждал в своем видео, и он свою риторику изменил. Скорее всего, что ему до него дошло мое видео, ему его показали. И сейчас он получил еще одно предупреждение. Поэтому посмотрите обязательно это видео. Но вывод очень простой для меня. Алексей Арестович абсолютно торговый представитель, агент, значит, турецкий и азербайджанский. Поэтому, если увидите его в результате торгующим гвоздиками где-нибудь в переходе или, значит, на перекрестке, подбегающим к машинам, то не удивляйтесь ни в коем случае. Так что, друзья, вот такая веселая новость. Я Самвел, украинский армянин, витаю вас из Киева и представляю информационный центр КАП. Люди как будто не видели, что люди записывают открыто в парке, значит, видео. Смотрят так, как будто я... Может, я очень красивый сегодня? Но я всегда красивый, это такое дело. Друзья, вот такая веселая новость, много юмора, и я записал еще новое видео. В общем, смотрите. Смотрите, лайкайте, подписывайтесь. Будь мой арач, друзья. Арач и только арач. И кап и меч.